Но, по крайней мере, позиционные атаки у мячей появились во втором периоде. Это, конечно, нельзя не отметить. И вот бросок. Не ложится шайба как следует на крюк, но, тем не менее, оказывается, она в воротах. Удается авангарду одну шайбу отыграть. И делает это защитник Роман Манухов. Пытался там Шумаков лакросс исполнить. Пытался положить шайбу на крюк за воротами и отправить ее в ближнюю девятку. Не удалось справиться с этой задачей, но прошло буквально несколько секунд. Выскочила шайба на пятачок, и Манухов отправил ее в ворота. Но здесь очень непростая позиция была у Манухова. Я к тому, что скакала шайба, была она на ребре, и не удалось защитнику авангарда по ней как следует попасть. Но, как говорят, чем неудобнее тебе, тем неудобнее вратарю. И такой не самый логичный, не самый сложный бросок оказывается не берущимся для Ивана Налимова. Первая шайба Романа Манухова в этом сезоне.